Телеканал КРТ представляє. От давайте я хотів би зараз разом з вами подивитися, чим займаються безпосередньо наші викладачі історії. От я попрошу, включіть, будь ласка, цей відеоряд. Хто б міг подумати, що саме звичайне кухонне начиння стане символом спротиву і нескореності? Навряд чи такий захист міг захистити від гумової кулі чи кийка. Але народ показав твердість духу і непохитність в своєму рішенні йти до кінця. Народ вимагав змін. 19 січня 2014 року починається реальне загострення, реальне протистояння влади і народу. Ось таке от ми побачили. Я не знаю, сміятися чи плакати. Горевать. Однозначно горевать, поскольку ми здесь видим прямую маніпуляцію общественным сознанием, еще начиная со школы, с детей, которые настолько мягко впитывают всю информацию без критичности по отношению к этой информации. То есть пытаются перепрошить на будущее растущее поколение, которое лет через 15-20 придет к руководству нашей страны, которое будет выковывать нашу мощь и поднимать нашу экономику. Вам не кажется, что они трошки недопрацювали? Я, когда згадую там уроки химии, то там показывают бонитову пачку, что-то горить, щось не горить. Тут, в принципі, ну, крім кастрюльки, вони могли попросити тих людей, які були присутні, щоб вони пострибали, так, щоб воно більш виглядало, привезти якогось беркутовця, поставити на коліна. У тих присутніх забрати, принаймні, з кишені 70% грошей, да? Да, щоб вони відчули. Да. Да, наглядність, да, щоб вони дійсно це якось змогли всю гідність пережити і відчути на собі. Ну, я понимаю ваш сарказм. В данном случае, конечно, здесь больше нужно горевать, чем насмехаться над этим. Но важно понимать вот источники и причины вот подобного, когда историческая наука политизирована, когда, по сути, преподают в школах откровенные фейки, там же вы еще не все показали. Данная учительница позволила себе без каких-либо на то оснований обвинить в расстреле власть, хотя до сих пор не закончено расследование. Да, и появились новые факты, что, оказывается, были сотни майдановские, которые стреляли тоже и были вооружены, и некоторые из них даже чистосердечно признавались и гордились тем, что они стреляли в правоохранителей. Она этого не сказала, она умолчала, тем самым пытаясь возбудить к ненависти уже вот маленьких детей. Может, он и такой же самый выкладач до этого был? Я думаю, я не знаю, какие были учителя у данной гражданки, но в данном случае могу сказать следующее, что вот подобный проект видеоуроков финансируется за счет иностранных фондов, в частности фонд «Гидроотженя». Да, совершенно верно, при их финансовой поддержке были сняты эти онлайн-уроки, и они преследуют совершенно четкую цель – сломать нам историческую память, подменить понятия, рассказать то, что выгодно вот этим финансистам из-за рубежа, и, естественно, исковеркать нашу реальность. Для чего? Для того, чтобы мы, в частности, наши дети жили в некоем другом мире, были, возможно, послушнее и поддавались неким проектам в отношении нашей страны. Вот наша средняя школа до вот таких вот экспериментов, которые вкладываются в общую концепцию под названием «Нова украинская школа», и которые очень активно, агрессивно как раз-таки впроваджуют представители фонда Сороса через Министерство образования, вот подобные проекты, они призваны только к одному. Первое – поссорить нас с Российской Федерацией, чего они сейчас частично успешно добиваются, да, и лишить нас нашей генной памяти. Мы такая себе в их понимании нация жертв, которые будут всегда отмечать некие руковины Анны Свята, и, в принципе, лишить нас возможности нашего героического будущего, забыть о нем. И, знаете, будут относиться к нам как к таким себе дворнягам, без рода, без племени, с которыми можно обращаться грубо, которых можно обворовывать, за счет которых можно развивать свои экономики, вот то, что сейчас и происходит. Тобто ви все ж думаєте, що Сорос – це погана людина? Нам же так багато кажуть про те, що це серійний меценат, який готовий витрачати всі-всі свої кошти заради того, щоб нам робили вакцини, щоб у нас була медицина дуже. І зараз ми теж поговоримо про наслідки деякі. Невже це така кривава людина і чому, навіщо йому це потрібно, якщо…
це відповідає дійсності те, що ви кажете. Я не буду опускатися до обсуждения личности Сороса, поскольку это вообще не имеет никакого смысла. Этого Сороса могли там звать, я не знаю, Вачовски, я не знаю, там Джон Смол какой-нибудь и так далее. Вопрос в курсе и в результативности той политики, которую нам навязывают. А результат плачевный. Имели систему Семашко, которая занималась общественным иммунитетом, получаем кривую, косую, неэффективную систему медицины, которая не вписывается ни в одни рамки, и аналогов, по-моему, нигде больше нет, которая значительно уступает тому, что мы имели раньше. То есть если раньше даже и были проблемы в нашей украинской медицине, то это не были катастрофические проблемы, а сейчас у нас и вовсе катастрофа. То, что касается образования, та же самая история. Если у нас раньше среднестатистический абитуриент, который заканчивал нашу украинскую школу, имел возможности сдать экзамены даже в зарубежные вузы, даже без определенной подготовки, а только опираясь на базу среднего образования, и был этот абитуриент конкурентоспособен, то именно сейчас по этой конкурентоспособности нас и бьют. Ее, по сути, у нас отнимают. Любое государство, которое хочет иметь здорового, умного, образованного налогоплательщика, прежде всего, конечно, будет беспокоиться о чем? О государственной системе охраны. Охраны здоровья, не медицины, а охраны здоровья. И, конечно же, о усредненном высоком уровне среднего образования. Это было наших два конкурентных преимущества, которые нам достались в наследство от Советского Союза. И именно эти два конкурентных преимущества, которые поддерживали нашу страну на плаву, сейчас у нас пытаются отобрать.